Скажите, пожалуйста, вы были доверенным лицом Зюганова. Там, по-моему, Доренко привели в Компартию. В общем, таким вы понимаете, были... дело все в том, что это моя работа. Ваша я работа профессиональнейший приводить Доренко... человек по выборам. Так. Я входил во все команды. Если меня, например, пригласил Березовский, я был у него начальником штаба в Карачаево-Черкесии. Если меня пригласил Семенов Владимир Магомедович, Карачаево-Черкесии тоже президент, я тоже у него был. Если я возглавил компанию Черногурова на выборах в 96-м году, он тоже был коммунист. Мы победили действующую власть. Я сам победил, вот сейчас нынешний губернатор Ставропольского края, Валерий Заренков, проиграл. То есть все чисто конъюнктура, да? Проиграл мне выборы, будучи председателем Думы. Так. Проиграл простому Разину, пацану. Вы понимаете? Ох, непростому Разину. Я хочу сказать, что я профессионально просто занимаюсь выборами. И если меня кто-то приглашает в компанию, я как адвокат. Если вы же не будете судить адвоката, который защищает ту или иную сторону. Он принял этот контракт. Он им работает. Почему хорошо, я пошел к Зюганову, скажу вам. Потому что все ушли к Ельцину за деньги, голосуй или проиграешь. И Зюганов остался без единого артиста. И мы с Юрой Шатуновым посчитали. Мы с деньгами. Да, мы посчитали с Юрой Шатуновым. А за Зюганова-то кто? 50% России. А это кто? Наши бабушки, дедушки. Это же все наши граждане. Нет, почему к Зюганову понятно? В Единую Россию почему пошли? Вот. Ну, а Единая Россия, потому что тот революционный шаг, который они приняли в отношении детей-сирот, ту программу, которую сегодня Сергей Иванович Неверов ведет в Государственной Думе, она полностью сходится с нашей программой. Именно у нас «Ласковый май», кстати, 3 депутата, имейте в виду. У нас из группы 6 человек, 3 депутата. Я депутат муниципального образования, Дмитрий Веселовский, мой солист, депутат, и мой музыкант Олег Комаровский, депутат муниципального образования. У нас политизированный коллектив. И мы хотели создать группу, то есть партию «Май» для детей-сирот. И когда мы увидели, что наша вся программа осуществляется «Единой России», мы решили, эффективнее будет все-таки сотрудничать с партией и вступить туда, и провести нашу программу с действующей партией, которая сегодня имеет большинство и может, имеет огромные возможности сегодня уже решать вопросы. А не нам доказывать. Мне мандаты не нужны. Вы знаете, я 23 года депутат. Я с 89 года депутат Моссовета и депутат Верховного Совета и трех дум государственных Ставропольского края. Я устал уже от этого депутатства. Мне уже конкретно хочется работы. Я за должности туда не бегу. Наконец-то хотелось работы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».